Представляем спортсменов в красной форме Амы Рчати, мастер спорта международного класса, Уральский федеральный округ, Свердловская область, город Верхняя Мышма, является победителем первенства мира 2014 года. В синей форме Алексей Крюкин, мастер спорта международного класса, Уральский федеральный округ, Свердловская область, город Верхняя Мышма. Бронзовый призер чемпионата Европы 2017 года. Thank you.
победитель Кубка России по самбо 2018 года весовой категории до 52 килограммов Алексей Клюкин, Уральский федеральный округ, Свердловская область, город Верхняя Пышма. 8 килограммов Егор Вся, Владимир Балыков в красной форме. Егор Сян, мастер спорта, представляет Южный федеральный округ, Краснодарский край, город Армавир, является победителем первенства мира 2011 года. В синей форме Владимир Балыков, заслуженный мастер спорта, представляет Уральский федеральный округ, Свердловскую область, город Верхняя Пышма. Чемпион мира 2017 года.
Кубка России в весовой категории до 68 килограммов. Егор Псяк, Южный федеральный округ, Краснодарский край, город Армавир. Спортсмены весовой категории до 90 килограммов. В красной форме и Евгений Максимов, мастер спорта международного класса. Представляет Центральный федеральный округ, Московскую область, город Подольск. И является чемпионом Европы 2018 года. В синей форме Давид Аганесян, мастер спорта международного класса. Представляет Южный федеральный округ, Краснодарский край, город Армавир. Чемпион Европы 2016 года. Чемпион мира 2018 года. Внимание, уважаемые призеры и победители весовых категорий: у спортсменов до 72 килограмма, у спортсменов до 90 килограмм, бронзовые призеры. Боевого самбо весовой категории до 100 килограммов просим вас пройти в красной форме в зону награждения для торжественной церемонии награждения. Уважаемые тренеры и победители, просим вас также пройти для торжественной церемонии награждения.
Победитель Кубка России по самбо 2018 года. Весовой категории до 90 килограммов Давид Аванесян. Южный федеральный округ, Краснодарский край, город Акмарин.